Очередной коррупционный скандал зреет в Министерстве обороны. Речь о закупке средств связи для армии. А причастны к истории нардеп Сергей Пашинский и его сын, пишет издание РБК «Украина». Практически весь прошлый год чиновники тестировали станции израильского производства одного из лидеров рынка. Но как только речь зашла о подписании контракта, отдали предпочтение малоизвестной турецкой фирме. А пролоббировал ее интересы, по информации издания, отец и сын Пашинские. Нардеп Сергей Пашинский, напомню, возглавляет парламентский комитет по вопросам нацбезопасности и обороны. А его сын Антон руководит одним из департаментов предприятия «Спецтехноэкспорт» государственного концерна «Укроборонпром». К слову, Пашинский-младший оказался настолько близок к турецкой фирме, что даже подписывал за них протоколы встреч. Оригинальным дилером этой компании выступил друг нардепа Юрий Чербатюк. Сейчас сделка на стадии подписания контракта. Речь о 350 миллионах долларов. И по подсчетам журналистов, благодаря хитроумной схеме, треть, а это 100 миллионов, может осесть в карманах украинских чиновников. Но вот качество станции, утверждают аналитики, как у раций в супермаркете. Первый момент – это цена. Все-таки предпочли дешевле цену качеству. Второе – израильтяне вряд ли согласились бы работать на условиях отказа. И я так предполагаю, что Турция вполне готова сотрудничать на условиях отказа за крупные поставки. По уровню качества я бы сказал, что это примерно ниже среднего. И вопрос их устойчивости работы в условиях радиоэлектронной борьбы – это еще надо проверять.